связанный скотчем. Нахуй, блядь! Смотри, кругом, блядь! Добрый день, сегодня прогоним пару матов о драме, которая случилась с Алиной Риной Гитманом. Короче, 15 августа, в день ее рождения, злодеи взломали ВК Гитмана, и в руки общественности попало много информации из переписок. Всю инфу вы сами можете найти в разделе Фуготрия на аниме-форуме. Для начала скажу, что я не хейтер Алины Рины, и считаю, что только она и Карина Стримерка умеют нормально выставлять цвет, ракурс, нормально краситься и подавать свою внешку в нормальном виде, в отличие от 99% стримерок из русскоязычного раздела, которые всраты и по ним даже симповать стыдно. Но это мое мнение. И самое главное, я против травли, не нужно оскорблять никого, пусть кисики и дальше симпуют. Короче, читаю инфу с аниме-форума. Краткая хронология драматических событий. На дворе стояло начало 2018 года. Гитман расстался со своей прошлой тянкой и тяжело переживал разрыв с ней. Уже тогда он начал общаться с Алиной Рин на уровне приятеля. У Алины на тот момент был пока еще другой хахаль. Летом 2018 года, после поездки в Кёльн на Gamescom и совместных пьянок, Алина и Гит начали общаться ближе и крутить шуры-муры. Буквально через несколько месяцев после Gamescom безобидные шуры-муры трансформировались в Шпилевиль, и он стал больше, чем просто другом. Хахалем, короче, стал. В конце 2018 года у Алины Рины Гитмана начались отношения. Хоть сами они и думали, что им это удастся скрывать, но уже вся стримерская тусовка была в курсе всего происходящего, так как у Гитмана язык еще длиннее, чем у Алины Рин. Ну и, конечно, меня все сдали. Одноклассники меня сдали. А я спрятался в туалете. И я все сидел в туалете, не выходил, боялся. Например, о том, что у нее никого нет. Хотя на тот момент точно был. Весной 2019 года он в своем стриме она говорила дословно: «У меня нет парня, я всегда одна. Почти всегда сижу дома. Если у меня кто-то появится, я вам его покажу». Как только у меня будет парень, я с вами поделюсь, я мало того, я покажу вам, наверное, своего парня. Кем я вас там встречаюсь? Я ни с кем не встречаюсь. Я ни с кем не встречаюсь, хватит меня шиперить с какими-то непонятными людьми. По факту на тот момент она уже состояла в отношениях с Гитманом почти полгода. Это четко понятно из приватного диалога Гитмана с Мэдом, где Гит еще в январе 2019 года жалуется на то, что Алина Рин выносит ему мозг, начитавшись двочей, из-за того, что его близкий друг Мэд палит их отношения у себя на стримах. Также о том, что она не сношается со стримерами. Несколько раз говорила, что со стримерами никогда не стало бы заводить отношения, и что они ей не интересны как мужчины. А по факту в реальности текущий ее парень является стримером, и прошлый тоже был стримером. Всех стропонщиков и куколдов просьба пройти на ресепшн. Администрация ебатори. Также сказ о том, что она не любит врать и притворяться, и что она плохая актриса. На совместном стриме по игре в «Мафию» плакалась, что не любит эту игру, якобы потому, что не умеет врать в лицо другим людям. Часто говорит на стримах, что актриса она плохая, и что не любит играть роли и притворяться. Постоянно подчеркивает, что она всегда естественная и всегда только говорит правду. По факту же вместе со своим хахалем Гитманом, с которым на тот момент сношалась уже целый год, совместно стримила прохождение резика. И на протяжении многих часов нагло и цинично врала тысячам своих кисиков в лицо, делая вид, что Гитмана и вообще никто, кроме как коллега-стример. Также то, что она не двачерка. Несколько раз говорила, что презирает двачеров и что нормальные люди на анонимных бордах не сидят. И что она сама, конечно же, нормальный человек, который не будет опускаться до таких помоек, как двачи. По факту же сама сидит на двачах постоянно, что подтверждает слитый приватный диалог Гитмана с Мэдом, в котором Гитман жалуется своему другу на то, что его тянка Алина Рин не может перестать читать двачи и потом выносит ему мозг, начитавшись постов, якобы шизиков и фантазеров про их личную жизнь. Также о том, что она не употребляет никакие вещества и вообще ведет здоровый образ жизни. И вся такая правильная. Из приватного диалога Гита с Мэдом четко видно, что со своим хахалем Гитом она не прочь закинуться снюсом и насваем, который делается из куриного говна, кстати. Ну и в очередной раз золотое правило Твича, что у всех стримерок есть парни, подтвердилось. И даже у такой неприступной богини, как она, хахаль таки присутствовал. Я одно время следил за тредом Алины, и сколько же там было рассуждений по поводу ее личной жизни, о том, что ей никто не нужен, что она особенная. Иногда складывалось такое чувство, что это был чат, где писали только ее модеры, потому что уж слишком хорошо они ее знали. Но как оказалось, ничего необычного в ней нет. Обычная тян, которой нужен кунчик и половые сношения. Так что очередная легенда развеяна.
А малолетним олененкам только и остается, что оправдывать объект вожделения. Но раз она смогла одурачить столько малолетних, значит, она далеко не тупая. И чтобы постоянно быть в образе, отыгрывать неприступную няшу, пудрить мозги оленятам, не сказать случайно чего лишнего, нужно обладать самообладанием на высшем уровне и иметь хорошую память, запоминать, что ты врала еще вчера. А это дано далеко не всем. А вся эта информация забудется уже через пару недель, и все будет как раньше. Кисики будут донатить, мечтать и симповать. Ну и напоследок вот еще прямая речь об Алине Рин. Не, ну на Твиче смотри, чтобы 300к получать, у тебя онлайн должен быть, ну, где-то 500, наверное, да? Нет, надо быть милой, все такое, скрывать свой возраст, скрывать свои отношения, всегда, никогда, у тебя никогда не было мужика, целовалась с двумя мужчинами в этой жизни, секс у тебя был один раз под кроватью в темноте, 6 лет были вместе, с самого рождения, блядь, и это все под свечкой еще Иисуса Христа. Быть, не ругаться матом ни в коем случае, все время улыбаться, говорить спасибо, любить котиков, говорить о том, что ты занимаешься благотворительностью. А на этом все, ежели чего вам надо вопросы будут или поругаться мне захочется, пишите мне по адресу город Москва, Кузнецова, 3А. И всего вам доброго. Признайся сама себе, дай шанс спасти тебя. Я так одинока. Я не могу найти своего мужчину. И поэтому я играю в игры.